Молодые, задорные и очень милые ребята из группы Бен пусть и не красят волосы в невообразимые цвета, но своего добиваются не хуже, чем их кью-поп-современники. Недаром же они празднуют сразу две победы. Так, клип на песню «Гашек Болу», которая стала саундтреком к фильму «Зор», достиг отметки в 1 000 000 просмотров. Причем практически в одно время с другим клипом «Берсен», у которого этих 1 000 000 теперь целых 2. Мы, ребята, искренне поздравляем и напоминаем, что посмотреть все их работы вы можете на нашем официальном YouTube-канале Gaku TV. И уже совсем скоро стартует показ полнометражного фильма, где засветилось это вездесущее трио.